Если хочешь иметь приятный досуг, не теряй времени даром. Здравствуйте, с вами Юлия Чернеева. Я расскажу вам о самых заметных городских событиях на ближайшие дни. В субботу в 11:00 в музее Алабино откроется выставка «Кунсткамера». Экспонаты подбирали в лучших традициях кунсткамеры Петра I. Во время своего правления он приказал привозить всяческих монстров в музей и составил тертологическую коллекцию из уродов человеческих и животных. Организаторы выставки хотят познакомить посетителей со строением человеческого тела. Также гости музея увидят последствия влияния на организм окружающей среды и вредных привычек – курения, алкоголизма или наркомании. Выставка в музее Алабино будет работать до 28 мая. В музее детской картинной галереи днем в субботу прочитают интересную лекцию «От 0 до 40 градусов не по Цельсию». История алкогольных и безалкогольных напитков в России с древнейших времен до наших дней. Вы узнаете о самых любимых и традиционных напитках на Руси, о культуре питья в разные годы, о том, когда в России появилась традиция пить чай и кофе, чем кабак отличается от корчмы и многое-многое другое. Лектор Александр Евгеньевич Житков, историк, краевед. Обязательно предварительная запись по телефону галереи. Место проведения – Куйбышева, 139. Начало в 12:00. Также в субботу в Самаре состоится лыжный экологический марафон – оздоровительная лыжная прогулка по территории Национального парка «Самарская Лука». Длительность приключения будет зависеть от подготовленности участников. Мероприятие состоится при любой погоде. Регистрация открывается в 10:30 у памятника Григорию Засекину на набережной Волги, полевой спуск. Участники марафона пройдут на лыжах через Волгу, а затем по территории национального парка. В культурно-выставочном центре «Радуга» последний месяц работает выставка подлинников «Западноевропейская живопись 19-20 веков». Спешите увидеть работы известных мастеров живописи из частных коллекций, впервые представленных широкой публике. Режим работы с 10 до 18, понедельник – выходной. На сегодня все. Хороших вам выходных и отличного настроения!